Конец лета – время, когда природа готовится к предстоящей осени и зиме, в том числе и в городе. В ожидании осенних дождей с улиц потихоньку исчезают пестрые краски цветников. Но работа озеленителей не заканчивается. От того, что они сделают сейчас, во многом зависит результат, который мы увидим осенью. А потому уже сегодня работники коммунальника активно высаживают более ранние сорта хризантем, которые уже начинают цвести. Летний сезон подходит уже к завершению, но работа у нашего коммунальника цветоводов не прекращается. Ведутся сейчас работы уже по высадке осенних цветов. Значит, в данный момент мы высаживаем осенний цветок хризантему. Сейчас высадка ведется по проспекту Машерова, район городского сада, светящиеся новые вазы, красивые наши, установленные в этом году к дню города. Также высадка ведется по улице Московской на разделительной полосе, где наши красивые арки цветочные. Будет высажен Кобринский мост и центральные улицы, такие как Советская, ЭЦУМ. Уже через неделю, в первый месяц осени, можно будет увидеть яркую палитру высаженных цветов. Желтый, бордовый, красный, нежно-розовые, белые. Почему именно хризантему выбрали цветоводы коммунальника для высадки на осень? Ответ очевиден. Во-первых, хочется продлить немножко лето, а хризантема, она, как правило, цветет почти до самых заморозков. Она очень стойкая к погодным условиям нашим, к дождям, к туманам. Поэтому, конечно, я думаю, когда она вот расцветет, сейчас она только вот прибывает на бутончики, только начинает расцветать. Поэтому, ну, чтобы больше давала цвет, продлить этот период, скажем, солнышко в душе, чтобы наши горожане радовались нашим цветочкам. К слову, всего будет высажено более 4000 хризантем, и в конце октября, начале ноября будут высажены тюльпаны порядка 70 тысяч в разных районах любимого Бреста. В этом году их будет больше, так как хорошо себя зарекомендовали на клумбах такие сорта, пионовидные сорта, очень красиво цветут и долгое время. Поэтому горожанам и гостям города по отзывам очень полюбились наши тюльпаны, поэтому будем стараться, скажем, наращивать оборот и в этом году еще более привнести яркость и цвет этими прекрасными цветами. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.